имя золота. Несмотря на тяжелейшую травму, Надежда Лапшина нашла в себе силы вернуться. И не просто вернуться, а побороться за одну из самых ценных спортивных наград – Кубок льда. Так, пока все отлично. Ребята в прекрасной форме. Отличный выброс. Параллельное вращение. Браво! Абсолютно идеально, но не знаю, к чему тут можно придраться. Сейчас ответственный момент. Отличная поддержка, молодцы, очень эффектно, ребята. Прыжок. Ну вы сами все видели, просто космос, иначе не скажешь. Первые три элемента выполнены как по книжке. Естественно, четко, ровно так, как надо. Все по четвертому уровню, каждый элемент по максимуму. Ждем знаменитый выброс, который ребята не раз демонстрировали, и... Боже мой, как же так? Не хочется верить, что у этого долгого пути к славе будет такой финал. Сколько надежда пережила ради этого дня. Неужели вот так вот все кончится? Уроки сделаешь и спать? А я это... ужин готовила. Ужин? Хлеб, овощи, фирменное блюдо, витамины для твоего сердца. Это только после еды. Вилка, ножик нужен? Не, я справлюсь. Зато полезно. Ты у меня прирожденный повар. Вся в меня. На самом деле, я больше фигуристка. Повар это так, хобби. Спасибо, доктор. Мам, когда мы меня на коньки отдадим? Завтра. Найдем самого главного по конькам и отдадим. Только у меня платья нет. Платье будет. Самое красивое. Пожалуйста, только живи. Ты же видишь, я живу тобою. Моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Хочешь солнце вместо лампы, хочешь за окошком Альпы, хочешь я взорву все звезды, что мешают спать. Thank you.
Нет. Она очень хочет, вы понимаете? Ей всего 7, она уже всех наших фигуристов знает. Координация слабая. И ноги завернут. Вы хореографией не занимались? Да. Нет. Ну, вот это видно. Был бы мальчик, я бы еще подумала. Ирина Сергеевна, а давайте мы занимаемся и еще раз попробуем. Попробуйте. Спасибо. Лыжи. Корякина, что с ногами у нас сегодня, а? Я не могу понять. Эй, милый, молодец. Ты мой молодец, ты мой молодец. Чемпионка, пошли снимать коньки. Ирина Сергеевна сказала, что ты каталась очень талантливо. Что значит талантливо? Это значит так, как можешь только ты, больше никто. Она даже не знает, чему тебя сейчас учить. Я же упала. Ну что? Все падают, посмотри. Вон. Послушай, ты знаешь, кто ты? Ты чемпионка. Ирина Сергеевна это сразу поняла. Просто ей других девочек тоже надо готовить. Правда? Слушай, правда. Конечно, правда. Она меня, знаешь что, по секрету попросила, чтобы мы с тобой пришли через год. Ну что мы теперь будем делать? Как что? Будем заниматься сами. Как это сами? Сами. С усами. Вот такими. Вот ты где? Тук-тук-тук. Можно к вам? Так, еще немножко. Будем с тобой по этой книжке заниматься. О, вау. А если я так не смогу? Вот так? Почему это не сможешь? Позанимаемся и сможешь. Эй, я тебе помогу. Я же рядом. Молодец! Отлично! Держи! Молодец! Лёд трещит. Трещит? Он с тобой разговаривает. Давай послушаем. Ого! Тебя все получится! Мам, давайте я покажу ласточку. Давай. Мам, смотри! Мам, мам, смотри, мама! Мам, мам! Видишь, каждый может упасть. Мам, все в порядке? Да, я встаю, встаю. Давай, обнимайся. Да, покатай меня. Мам, обнимайся. Покатай. Обнимайся, покатай. Сейчас, сейчас. Сейчас, 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 я встаю. Надюш, папа твой где? Бабушка, дедушка, дядя, может быть. Четко у нее. Я. Держите. Ханенька моя маленькая девочка, бедная. Где я могу забрать вещи покойницы? Так, твои, твои, любые вещи. Она такая сын. Апельсиновый рай. Стоит там стоит. Правильная песня. Про полезную пищу. Ничего не дрейф. Тетка тебя плохим не накормит. О, смотри, какое у меня богатство. Держи, смотри.
Вот, то у меня будешь как сыр в масле кататься. А хочешь, называй меня мама? Порядок тут с тобой наведем. Да, Надюх? А что за хлам? Держи. Это куда? Это туда. Тяжело было мамке-то, да? Ей бы о себе позаботиться, не то что о ребенке. Ну ничего, Надюх, я тобой займусь. У меня времени и сил полно. Всему, что знаю, научу. Завидной невестой будешь. Женихи в очередь выстроятся. А вы почему не замужем? Думаю, что говоришь-то. Я же водолей и тигр. На роду без мужика жить написано. Хоть весь Иркутск накорми и перемой. В углу долго не стой, темное скопление абсорбируется. Мать, где спала? На диване. Вот прям здесь? А я думаю, что она болеет и болеет. Это ж как, это нельзя так? По фэншую. Нельзя ж так. Ой. Как я тут? У меня спина болит. Если хотите, можете на моей. Вся в мать. Эти уже начали подгнивать. Надо их распродать до закрытия. Привет передовикам фруктовой торговли. Вообще-то бананы – это ягода. Откуда ягода? Людей не пугай, а? Привет. Генка. Слушай, у меня это перерыв. Пару часов есть. Так что как-нибудь можешь тогда провести романтично. Чтобы даром времени терять. Дядя Гена шутит. Ржет, значит, шутит. Я на минут, на часик отлучусь. Про ящик ты помнишь, да? Чтоб к вечеру был пустой. Ух, что-то у тебя. Чемпионкой хочешь стать? Молодец. А я космонавтом хотел стать. Стали? Не совсем. Не отпускает меня мать земля. Машина открыта. Ну давай, гиб-гиб, ура. Виноград есть у вас? Бананы есть. Привет. Тут одно, что ли? Давай бананы. Сколько стоит? 37.50. Это вы? А я Надя Лапшина. Мы с мамой к вам приходили. Вы еще сказали, что я очень талантливая. Помните? Ну, вы с мамой договорились, что я попозже к вам приду. Можно уже? Зачем? Как зачем? Кататься. Ой, подождите, я вам другие дам. Как ты говоришь, тебя зовут? Надя. Надя, если я тогда сказала нет, это означает нет. Ага. Вадим, конечно, смотри. Ну, что, в холодильник?
Опять ты? Мы с мамой занимались. Правда. Я и аксель умею, и ласточку. Вы же обещали. Посмотрите меня еще раз. Ну, пожалуйста. Сопли утри. Это тебе не драм кружок. Куда? Ты бы встретил меня. Поздно уже, радость моя. Привет, фигурист. Пошли, покормлю тебя. Беспрецедентный случай в фигурном катании, когда на высшую ступень пьедестала поднялись сразу две пары. Наши, которые судьи безоговорочно поставили высший балл, и канадский дуэт, оспоривший решение коллегии, в итоге получивший право разделить. Все. Ой, Господи, дай мне терпение, а. Как тебя зовут, напомни? Лапшина! Надя Лапшина! Значит, Надя, жду тебя завтра в 6 утра с заявлением от родителей о проживании в интернате. Только попробуй опоздать! Ласточка, либела, волчок, ласточка, затяжка, смена ноги, винт и эффектный выезд. Это ясно? Да. Леся, покажи. Это нравится? Да. Значит, если я такое увижу на тесте, вы у меня все поедете домой. Мамок на каток радовать. Заход на прыжок по прямой. Двойка. Голеностоп у тебя вообще не работает. Начальную скорость не набрала. На вращении. Центровку потеряла. А вид я даже комментировать не буду. И скажи мне, пожалуйста, что тебе непонятного было в словосочетании «эффектный выезд», звезда моя? У нас комиссия через 4 месяца. Кто не пройдет, до свидания. Новеньких это тоже касается. Thank you.
меня не спал портрет, и у меня под глазами мешки, я сам не видел, но мне так сказали. Ты солдат! И у меня нет башки, не отбили ее сапогами. Комбат орет, разорванный рот у комбата. Лапшина, руки, руки, откуда у тебя растут? Белая вата, красная вата, не лечит солдата. Надежда, первая идешь. Это ваша новенькая? Да, Лапшина. Ручки, ручки, ручки. Красавица моя. Спокойно, спокойно, не суетитесь. Грязно. Молодец. Молодцы. Это неплохо. Что, он опять сорвал положение? Сейчас догоним. Молодец, девочка, молодец. За двоих работает, а?
офигенно откатались. Ты последнее положение сорвал. Не парься, все было шикарно. Можно про медаль забыть. Сейчас Рубин с Семеном откатаются, и мы четвертые. Следующая пара снимается с соревнований. Да ладно. Из-за травмы Екатерины Семеновой. Они снимаются. Yes! У нас бронза. Шаталина, она в своем репертуаре. Ты хоть наизнанку вывернись. Она тебя все равно не похвалит. Может, попробуешь хоть раз? А мы старались, мы можем и в финал России выйти. Выйти, да. Победить без шансов. Мальчик нужен хороший. С ними сейчас в стране напряженка. А как же я? Завтра дуешь в Москву. Я договорился. Покажешь все, что умеешь Леону. Я? Она? С Леоновым? Такой шанс одной из сотен выпадает. Поработать с лучшим партнером нашей страны. А может и мира. А вы? А я? Нет, я без вас никуда не поеду. Мне другой тренер не нужен. Так, звезда моя, ты вообще нафига на лед-то вышла? Чтобы что? Чтобы побеждать. Вот иди и побеждай. Ирина Сергеевна, мы 10 лет назад с мамой к вам пришли. Вы в меня поверили тогда, сказали, у меня талант есть. Мне не нужен другой тренер. Это тебе мама сказала. Ты ей сказал, чтобы она времени тратила. Пришла вот с такой спиной, ноги не слушаются, навыка ноль, падать боишься. Да у тебя талант был один. Да. Бананами торговать. Взяла я тебя, потому что работать хотела. Через не могу. Сейчас есть шанс, если ты, конечно, лапки не сложишь. Ты меня поняла? Медаль сама на грудь не упадет. А как же я? Что со мной? С тобой другое дело. Вот у тебя талант. Правда? Кто ж так еще сока сможет нажраться? Не грозит, некрасиво. Волнуешься? Немного. Ну, правильно. Должна кубки летать. Через 4 года можно еще раз попробовать. А здесь все, второго шанса не будет. Либо он тебя увидел, ну, заметил, забрал к себе. Хороший. Либо езжай домой, милая. Мне спать хочется, капец. Всю ночь не спала, готовилась. Тренировалась? Да нет, маникюр, то все, солярий, шугаринг, шоколадный пилинг. Шоколадный. Господи, так жрать хочется, не могу, капец. Я уже 2 дня на воде сижу, что в платье в это влезть, понимаешь? Нифига. Ты где такую химию сделала? Это мои. Да ладно, что ты прогоняешь, ты не бывает таких. Ты правда свои такие, от природы? От мамы. Ты сама откуда будешь-то? Я из Иркутска. Шаталинская. Жесть. Слушай, да ты не парься. Ты ему обязательно понравишься. Он тебя заметит. Так, следующая лапшина, потом готовится Жонова. Ты мы? Прическа нормально? Пойдем. Упс. Такой шанс одной из сотен попадает. А я космонавтом хотел стать. Знаешь, кто ты? Ты чемпион. Через не могу. Если ты, конечно, лапки. Эй, я тебе помогу. Музыку остановите.
Тодос, вперед внутрь. Встречная поддержка. Выброс Ридбергера. Давай. Всем спасибо. Все свободны. Че стоишь? Я сказал, свободны. В смысле? Этот праздничный бит, совокупность орбит, все как надо играет. Те, кто слышит мой сон, заполняет танцпол, остальные стесняются. Особенный тип, слышишь этот мотив, стимуляторы танцев для десятка и ста, а мысль песни проста, не надо стесняться. А теперь глазки наверх и мысленно соединяем мозжечок и копчик. Давай. Чего? Выпрямись, говорю. Соответствует вашим ожиданиям. На 150%. Нет, даже на 200. На 300, на 400. Это бомба. Это бомба. Самая любимая музыка здесь играет. Не нужен алкоголь, а тебя ждет на танцполе. Самая любимая музыка здесь играет. Не нужен алкоголь, а тебя ждет на танцпол. Самая любимая музыка. Команда в бой для кого-то нам! Сплав молодости и опыта, наверное, слишком простое определение для этой пары. Они буквально созданы друг для друга. Это очевидно каждому, кто видел их на льду. Хотя еще 6 месяцев назад никому неизвестную дебютантку называли темной лошадкой. Самому Леонову пророчили падение в рейтинговых таблицах. И тем не менее, уникальный талант, удивительные физические данные позволили им сделать невероятно. Экспертный совет вынесет свое решение буквально в течение часа. Андрей Золотарев, Михаил Белашев, Москва. Алло. Владимир Леонов, Российская Федерация. Кофе будете? Володь. Что, чудовище? Не нагляделся еще? Все в порядке?
Вот это из Шанхая привез. У мамы юбилей был. Она не смогла приехать, и пришлось выиграть, чтобы в интервью ее поставить. Еле дождалась, пока мне 3 года исполнится, чтобы на коньки поставить. А потом, сама знаешь, вот это получил, когда друзья подонки на выпускном гуляли. Эту, когда сестра замуж вышла. Ну и что, ты жалеешь? Просто все это ради чего-то должно быть. Да? Ты уже много чего достиг. По сравнению с кубком льда, вот это все не считается. Ты спрашивала себя, а что, если нас не отберут на кубок? Мы так и будем на левых шоу халтурить. Что с нами будет? Я с тобой буду. Да. А кубок? Сюда поставим. В смысле? А, да. Я тебе не сказал. Только что звонили, и они сказали что-то вроде нас отобрали. Я не понял, что они сказали. Правда? Но я не знаю. Так надо же отменять все на завтра, нам надо готовиться. А, не, завтра еще будем катать. Либо Сева нас убьет, я точно знаю, как он нас будет убивать. Медленно, шутками. Своими. Бесконечными. Сева, слушай, у меня для тебя спецзадание. Как только программу откатаю, пусть кто-нибудь микрофон вынесет, хорошо? Ага, понял. Зачем? Сюрприз. Буду просить руки и сердца. Серьезно? Ага. Здорово придумал. Вовремя. Это мы команду набирали. Искали тебе самую лучшую партнершу. И это просто смотрины были для тебя. А ты что завелся-то? Да я не завелся. Я просто знаю, чем такие партнерские браки заканчиваются. Рассказать тебе. Сначала месяц будет любовь-морковь. Чмоки-чмоки. Потом начнете опаздывать на тренировки. Будете не высыпаться. Потом начнется гормональный сбой. Потом беременность. Потом начнутся ссоры. Потом развод. Потом запой. И потом мы выкатываемся на кубок отстаивать честь нашей страны вот с такой вот задницей. Совет да любовь. Ты успокоился? Слышь ты, я что, тебе мальчик, что ли? Я с тобой тут шутки шучу. Ты вспомни, сколько лет мы вместе. Сколько крови и пота мы пролили. О себе не думай, о команде подумай. Обо мне вспомни. Я тебе не позволю нашу медаль променять на какую-то... Я кашу научился готовить. Чего? Кашу, Сев. Овсяную, с орешками и медом. Она такую любит. Сев, ты-то меня знаешь? У меня такого никогда не было. Ладно. Будет тебе сюрприз. Спасибо тебе, Сев. Ирина Сергеевна, это я. Нас отобрали, представляете? У нас теперь есть шанс кубок льда выиграть. Да, привет, я слышала. Извините, я не вовремя? Ну, мы работаем. Глушкова! Я вижу все! Ждешь, пока медаль сама тебе на шею упадет. Сева говорит, у нас хорошие перспективы. Сева? Сева и Гитлер оба в 45-м. Хорошие перспективы нарисовал. А вы? Вы думаете, у нас есть шанс? Будет. Если будешь поменьше на фотосессии бегать, побольше на льду работать. Надь, я работаю, Надь. У тебя еще что-то? Нет. Ничего, я просто думала, вы за нас порадуетесь. Я порадуюсь, когда... Кубок мне привезешь. Это все, Надь? Все. Извини, что побеспокоила. Надежда, ваш выход через 15 минут. Лужкова!
Дамы и господа, Надежда Лапшина и Владимир Леонов представляют шоу «Снежная принцесса». Слушаем и запоминаем. Вот как только я опущу правую руку вниз, все тут же идут туда. Кольца у кого? Давай, тройной подкрут. Володя, мы же не готовились. Ты мне веришь? Все приготовились. Смотрим на ее правую руку. Куда? Куда пошли? Стой! Стой! Не ходите! Стой! Пожалуйста. Хорошо. Володя, с ним все в порядке? Все в порядке. Где Надя? Пожалуйста. Разочарованный фильмом, очарованный небом глаза. Я не смогу объяснить, но возвращаюсь назад. Проводи меня, останется не больше, но и не меньше, чем звук. А звук все то же, что нить, но я по-прежнему друг. Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды, заторможенными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. И я застыл, выстрелю в спину, выберу мину и добрый вечер. Я не нарочно, просто совпало. Скатала знак бесконечность. Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды, заторможенными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. И я застыл, стрелю в спину, выберу мир. И добрый вечер, я не нарочно, просто совпало. Я разгадала знак бесконечности. Считанные травмы, грыжа межпозвоночного диска с компрессией спинного мозга. Но она же встала на выступление. Состояние шока не такое бывает. У нас чемпионат через 3 месяца. А потом кубок льда. Вы понимаете, что такое травма спинного мозга? Если за 6 месяцев прогресса не было, то его уже... Слушай, Сио поговорил с немецкими врачами. Мы тебя перевезем.
Надо же все варианты попробовать, правильно? Мы уже пробовали. Эй, что за настрой? Я устала, Володя. Слушай, ты встанешь. Поняла? А если нет, сколько ты со мной еще возиться будешь? Месяц. Год. Сколько надо? Плюнешь на кубок свой. Будешь всю оставшуюся жизнь меня по квартире на руках таскать. Ты поправишься. Володь, если я никогда не встану. Ты встанешь. Ты готов жить с инвалидом. Алло, Ирина Сергеевна, соберите меня домой, пожалуйста. Здравствуйте. Даже врачи говорят, самое главное – это настрой. А шансы на восстановление есть всегда. Они всем так говорят. Если за полгода прогресса не было, его уже не будет. Надя, а никто и не обещал, что легко будет. Ирина Сергеевна, кубок льда – один из миллиона. Не надо этого. Надо пахать, несмотря ни на что. Ирина Сергеевна, Надя, надо бороться. Ты всю жизнь была воином. Да замолчите вы уже! На руках ходить научусь и приду на ваш кубок, да? Ну, захочешь, значит, придешь. Так скучно одной целыми днями в квартире куковать. А тут тебе целый триколор. Сколько хочешь каналов. Жалко, ты сегодня приехала. Если бы ты еще парочку денечков сам побыла, был бы сюрприз. Мой бедненький. Фотосинтез совсем кончился. Захотелось тебе фигурное катание. На тебе. Хочешь гандбол? Пожалуйста. Целыми сутками крутят. Спасибо. Гандбол. Вещь. Ирина Сергеевна! А? Скоро тренировка начнется. Какая тренировка? А, да, сейчас. Бурас, что происходит? Долго еще? Ира, 5 минут буквально. Дополнительное время играем. Варин, твою мать! Варин, ты что вытворяешь? Успокойтесь все! А ну, подъехали сюда! Давай, давай. Все на сегодня! Поживее! Ешь как баба. Я же не спецов. Пошли вон отсюда. Да отстань так, Линя, сама же не встану. Вот этот морозок, из-за него полпериода в меньшинстве играли. Да я же не специально. Что, дурак, что ли, заслуженного тренера по осям?
Может, его дисквалифицировать, а? Месяца на два. А я бы ему занятия нашла. Ирина Сергеевна, простите, я не сбил, я не хотел, не спецом. Какой он тебе нужен такой? Мне именно такой и нужен. Андрюш, да отстань ты. Я благодарен судьбе, что она подарила мне Любу. Мне кажется, что это огромная редкость и большое счастье, когда вы на льду чувствуете себя с партнером, как единицы. Мне кажется, мы созданы друг для друга. То есть я-то не знаю, что она про меня знает. Я от Ирины Шаталиной. Долго стоять-то? Сейчас, минутку. Сейчас, не получается открыть. А что случилось? А, да ничего. Просто прислали посидеть с тобой. Слышь, посидеть? Ну, там, не знаю. Помочь встать на ноги. А вы врач? Не, я. Саня Горин из Байкпром Маша. Откуда? Хоккейная команда такая, что ты не знаешь, что ли? Ну, я не испугаю. Давайте в другой раз как-нибудь. Да не вопрос. Слушай, а ты можешь тогда Ирине Сергеевне сказать, что типа, ну, я у тебя был там, сидел четко до трех и пытался утешить? Не надо меня утешать. А, ну круто. Ну давай, тогда пока. Мужчина, вы к нам? Ну, видимо, да. Ага. Блин. Социальная помощь. Реабилитировать буду. Угу. Продуктами помогли бы лучше. Реабилитация у них. Мы так-то не с овощей базы, да? Нач. Блин, а мне сказали сидячая. Ну, погоняй туда-сюда. Что сделать? Ну, покатайся, ну. Короче, есть такое мнение, что, ну, чтобы быстрее на ноги встать, надо делать все то же самое, что при жизни, ну. Ну, в смысле, когда ходила там, понимаешь? Ну, ты же там фигуристка, поэтому, ну, давай. А это чье мнение? Мое. Слушай, Саш, а? Я же вижу, у тебя свои дела есть, а у меня свои. Давай как-то миром разойдемся. Не. Почему? Ну, короче, я там немного поднакосячил, и меня из команды выперли. Не на совсем, как бы. Вот. И Ирина Сергеевна сказала, чтобы я к тебе ходил, там помогал с этой, как ее, с реабилитацией. Ну и назад смогу вернуться. Такие дела. Общественная работа? Ну да, типа того. А ты, значит, хоккеист? Да. Как успехи? Ну, круто. Есть шанс в высшую лигу попасть. Высшую? Ну да. Ну, но она как бы не совсем высшая. Ну, она как бы вторая. Совсем высшая – это континентальная хоккейная лига. А мы сейчас третьей. Ее еще российской называется. Почему-то. Слушай, а как же команда без тебя? В смысле? Ну, они не скатятся там в четвертую лигу, в пятую. Не знаю, есть у вас такие? Не понял сейчас. Хотя у вас столько народу в команде. Возьмут кого-нибудь, клюшку дадут, никто не заметит. А там, может, еще и шайбу в последнем тайме забьет, да? А ты вообще как? Основной состав? Или так, запасной вариант? М? А ты спецом хамишь, да? Ну, а что делать? Ты же у нас звездень, да? Слушай, а тебе памятник еще не поставили здесь у нас, нет? Короче, так, мамашка заберет тебя, да? Да без проблем. Ну вот и шикардос. Сиди, наслаждайся пейзажами, медитируй. И запомни, нет в хоккее таймов, периоды есть, а таймов нет. Ясно тебе? Удачи!
эстетика. Говорили ХБ. Вот так и знала, как он дрянь мне втюхнут. Вот что за люди пошли. Креста на них нет. Здравствуйте. Санечка! Горин! Здрасте. Я как-то невнятно объясняю. Ты где сейчас должен быть, звезда моя? Здрасте. Здравствуйте. Да я был. Короче, это мы... Ну, как сказать... Не сыгрались. Я не отмазываюсь. Не, если у вас есть, может, там какая-нибудь там другая инвалидка, я готов, но просто с этой невозможно. Она отбитая, понимаете? Я не знаю, что с ней делать. Да мне вообще все равно. Бегай вокруг нее, в карты играй, рыбу лови. Здрасте. Здорово, Лев. Одну не оставляй. Ровно 4 часа. Ты каждый день должен быть вместе с ней. Ирина Сергеевна, ну правда, ну нахрена? Пока она не встанет, о хоккее можешь забыть. Форму сдал? Блин, форма. Господи, дай мне терпение. А тебя что, мамаша-то не забрала, а? Она мне не мама. Ты это что здесь забыл? Форму. Очень много плохой энергии скопилось. Ванна, где у тебя? Там. Зачем? Говорить тебе надо. Синяя, как синяя. Ильяна, не путай. Здрасте. Здрасте, а вы? Эй, эй, куда помытому-то? Значит так, если она на улице коньки отбросит, в фигуральном смысле, я не вернусь в команду. А если я вернусь в команду, я приду к вам. И поселюсь здесь, навсегда, за место нее. Это понятно? Есть еще, у меня лопата есть. Вместе будем клады искать. Вот откуда такой красивый нарисовал, чтобы мне хамить? А это кто такой? Действительно, ты кто? Друг ее. Надюх, завтра в 10. Что в 10? Всего хорошего. Это правильно. Друг святой. Маргуш. Ну что, удобно? Придурок. А тебе идет. Надо тебя как-то заставить двигаться. А хоккей – лучшее лекарство. Да тебя самого лечить надо! Готово? Назовем эту методику пробуждением силы. Саш, ты больной? Я в кино видел. Там одного Безрукова реабилитировали. Тебя сейчас реабилитируем. Кино, кто так делает? Роджинаев! Доверься зову судьбы! Активируй силу, Надюха! Сильный страх в тебя ощущаю я! Двигайся, двигайся, двигайся! Поперла, поперла, Надюха, двигайся! Чувствуй, а не думай, Надя! Ты идиот! Тетя Нина, мы играем, ну! Чего вы кричите? Надюха! А ты когда последний раз на замках катался, а? Саш, ты этого не сделаешь. Ну как не сделал, сделай. Готово? Три, два, один, поехали! Саша, не надо! На! Ты живая? Блин, должно было получиться. Надюх, а? Чё ты ржёшь-то? Нормально всё? А? Ha ha ha!
все, больше не хочу, как мне это до твоей головы отбитой донести. Да просто ссышь. За жизнь не борешься. Надя Лапшина, чемпионка России, золото на чемпионате Европы, чемпионка мира, снежная принцесса, кандидат России на Кубок Льда. Что ты меня так смотришь? В Википедии так написано. И про снежную принцессу, кстати, тоже. Тебе там погремуху такую вручили. Короче, зря, Надюха. Страх ведет тебя на темную сторону. Вот и так. Что мне сделать, чтобы ты от меня отстала? Встать! Мадам, подъем! Карета поздна. Ну, что ты пригорюнился-то, а? Ну, весело же, ну. Или типа у тебя там дел дофига, да? Сидишь там со своей колдуней 80-го уровня. Себя жалеешь. Я вот, например, тоже без предков и ничего не ною. А что с твоими родителями? Они... Да живые они. Батя бухает. А это, считай, тоже как будто и умер. А мамка свалила. Талисманов достал. Вообще. Кольцо, видишь? 12 игр с ним прошел. 9 побед, 7 поражений. Ну, короче, работает. У меня коньки остались. Мама подарила. Так а что ж ты молчишь-то? Это что же талисман? Ключи. Саша, в чем смысл? Они не маленькие. Это пофиг. Самое главное, чтобы часть талисмана была на тебе. Дай руку. И тогда ты сможешь почувствовать силу. Ты вообще какие-нибудь фильмы, кроме «Своих джедаев», смотришь? Смотрю. Мультики. Так. Закрывай глаза и повторяй за мной. Горин, это чушь. Ты домой хочешь? Будем мёрзнуть, пока не повторишь, ясно? Я. Я. Вот молодец. Вот молодец. Надя, соберись! Ты думаешь, мы в игры, что ли, играем? Не улыбайся, закрой глаза. Давай. Я. Я. Чувствую. Чувствую. Силу. Громче. Силу. Силу. Я. Я. Чувствую силу. Чувствую силу. Я. Я. Чувствую. Чувствую силу. Саша! Таня, ты живой? Можешь в больницу? Саша. Я же говорю, талисман работает. Вот, чувствительность-то есть, а теперь сама попробуй. Ну, хорошо же. Я первый раз такое вижу. Шанс был только, ну, один из тысячи. Нужно, конечно, полное обследование сделать. Но сейчас самое главное – моторику развивать и мышечную массу наращивать. И я думаю, через месяц будут существенные улучшения. Я сейчас, минутку. Саш, ты-то как? Да я-то чё? Что со мной будет? Что, прям реально все чувствуешь? Я не знаю. Ой! О! Ну круто, чё? Дай петулю. Оп! У меня как раз игра завтра. Док, ну что там? Ну что, сейчас заполню карточку и пойдете с Богом. Саш. А? Иди сюда. Че, писать хочешь? Я, по-моему, опять ничего не чувствую. Да ладно.
так тоже не чувствуешь? И так не чувствуешь? Не, ну мы что там, с ума посходили? Ну-ка, положи инструмент и давайте на выход. Сори, док. Извините. Оп. Видишь, с тобой все работает. Сань, а если серьезно, что мне сделать, чтобы ты остался? Долго серия идет? Да, да, нормально. Давным-давно в одной очень-очень далекой галактике. Никогда не говорил тебе, что случилось с твоим отцом? Нет, он мне сказал, что ты убил его. Нет, я твой отец. Нет. Нет. Это неправда. Это невозможно. Здорово, Грабус. Саша, ты зачем сюда пришел? Сейчас все будет. Открой все двери, разуй свои глаза. Выйди ниоткуда, иди в никуда. В душе помойка, в голове пустота. В глазах слово, в ушах тишина. Здесь моя музыка, а ваши слова. Чужие советы об стену горохом. У каждого есть своя голова. Не думай ни о чем, что может кончиться плохо. Посмотри на меня, делай, как я. Эй, посмотри на меня, думай обо мне, делай, как я. Эй, подруга, посмотри на меня, делай, как я. Эй, посмотри на меня, думай обо мне, делай, как я. Я всегда вместе с вами, я в течение суток. С теми, кто танцует на голодный желудок. Танцуй, отрывайся и пой со мной. Вау, смотри, какой заводной. Не стало напрягов, дешевых упреков. Не думай ни о чем, что может кончиться плохо. Эй, подруга, посмотри на меня. Делай, как я. Эй, посмотри на меня. Думай обо мне, делай, как я. Эй, подруга, посмотри на меня. Звучит гимн Российской Федерации. Надежда начинает свою произвольную программу. Ой, как очень неуверенно Надежда начинает свою произвольную программу. Что случилось? Может быть, у Надежды вместо коньков бананы, а? Может быть, проблема не в Надежде. Может быть, лед. Точно! Это же скользкий лед. Лед во всем виноват. И вот она заходит на вираж, и, о чудо, она не падает! Дерзко. Эй, подруга, посмотри на меня. Эй, посмотри на меня. Эй, приятель, посмотри на меня. Думай обо мне, делай, как я. Эй, подруга, посмотри на меня. Посмотри на меня. Эй, подруга, посмотри на меня. Эй, посмотри на меня. Думай обо мне, делай, как я.
Надюха! Ты что, с такой программой на кубок собралась? Может, сам попробуешь? Да не вопрос, чё. Руки поднимай. Так. Нет, пониже чуть-чуть. Зад втяни. Да куда уже он весь там уже? Аполлон. Ну, давай поворот. Так, что ли? Это ты называешь без проблем, да? А как надо? Вот так вот? Как это там делать? Вот так? Может, вот так? А что смотрим-то, а? Что смешного-то, а? Саш, ну успокойся. Сюда иди! Саш, не отвлекайся, сюда это не хоккей. А что ты знаешь про хоккей? А что ты знаешь про фигурное катание? Знаю, занимался. В лунку смотри в свою. Чего ты сказал? Чё? Что ты сказал сейчас? Да ничего не говорил. Ты занимался? Да ну... Саша, расскажи, ты занимался? Чем? Фигурным катанием, чем? Ну, до 8 лет что там бабушка водила там фигурку, потом я попросил, она перевела там в этот, в хоккей. А что там делать? А что ты ржешь? Что смешного? Я тебе все поняла. Что ты поняла? Ты хорош ты, ну. Слышь, кудрявая, завязывай смеяться. Я тебе по-братски открыл. Саш. Фигурист. Да иди ты. Сейчас покажу фигурные катаки. Слышь. Уши там не отморозьте! Ирина Сергеевна! Ирина Сергеевна, здрасте, а как вы тут? Форму набираем. Стараемся. Да от нашей школы просят кого-нибудь в Москву на показательные. Попробовать не хочешь? Ну, если мой партнер не возражает. Так, стоп. Ирина Сергеевна, я как бы свое дело сделал. Mission completion, как говорится. Поэтому все. Скажешь кому-нибудь про фигурку, и тем башку откручу, ясно? До свидания, Ирина Сергеевна. Приятно было, так сказать, увидеться. Всего хорошего. Надь. Ну, как его прислали? Серый, ты носки вообще... Чего опаздывай? Welcome back, bro! Здорово. Слушай, мы думали, ты со своей инвалидкой до полуфинала будешь сидеть. Она не инвалидка. Окей. Че, встала на ножки, значит? Она тебя хоть это, отблагодарила там? Добро за добро. Да пошел ты. Да ладно, Сань, пацанам-то расскажи. Давай, не было ничего, ничего. Лошара, ты хоть это, телефончик-то дай. Я ее в парк схожу, на мопеде прокачу. Я помогу, Илю. Слышь, ты свои закрыли? А что такое? Жаба душит. Так тебе шатали еще ущербных подберет. Ребят. Он попал под колеса любви! Горин где? Давай, 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 давай! Ну, жалеешь себя, Надь, жалеешь! Ну, там давно уже все как новое, давай! Здрасте. Саш, что с тобой? Да нормально все. Привет, панда. Че у тебя панда? Так, ну тут я решаю. Сказал панда, значит будешь пандой. До показательных месяца три у нас, да? Может, что и вытянем. Растяжку покажи мне.
На шпагат сядь. Не буду. Что значит, ты не будешь? Сядь на шпагат, тебе сказали. Не буду. Ты что, издеваешься, что ли? Я не могу понять. Да ты что пришел тогда сюда? А чего кричить-то? Сами сядьте. Орать только умеете. Ну что? Ирина Сергеевна, я хоккеист, ну как бы... Я где лед знаю, что с ним делать, тоже знаю. Мне эти растяжки. Я вот пришел, ну. Может, ты и прав. Не понял. Со своим показательным номером перед вами выступят Надежда Лапшина и Александр Горин. Город Иркутск. Мне кажется, что Надежда... Спасибо, ребята, за веселый номер. Надежда Лапшина, Александр Горин, город... Да ладно. Им что, реально понравилось, что ли? А то. У тебя талант. Ты прирожденный фигурист. Да? Да. Вот. Ничего себе. Звезды к простым смертным спустились. Интересно, зачем? Разговор есть. Хороший парень. Работать надо. Много времени потеряли. Нам на кубок надо ехать. Пора возвращаться, Надь. Мы же оба понимаем, почему она это делает. Из благодарности. Но, к сожалению, это никакого отношения к спорту не имеет. Надо определиться. Ты спортсменка, которая идет до конца, или ты, как все? Что думаешь? Сейчас тебе врепу дать или чуть попозже. Это дело всей твоей жизни. Ну, придется чем-то пожертвовать. Ты не фигурист. Попробовал, молодец. А она чемпионка. Ей в большой спорт надо. Надь, единственный человек, с которым ты можешь взять кубок, это... Это я. Так что, если она тебе правда дорога? Заставить я тебя не могу. Хочешь быть чемпионкой? Будешь. Я счастливой хочу быть. А это только рядом с ним получается. Решил. Да. Сейчас. Смотрю в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет на земле лишь тень. И никто не хотел быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать. Без музыки на миру смерть не красна, а без...
из музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь нормально все будет. Мне поверь. Я знаю. Пить будешь? Я не пью, я спортсмен. Надя. Надя. Надя, открывай, это я пришел. Корин. Надя. Ты все орешь? Здорово. Господи, Саш, я же тебе сегодня звонила 533 раза. Ты думала, что я умер? Чего я только не думала. Ну и что, не дозвонилась? Я не отвечал. Дурак. Слушай, я ей жестко. Воняет изо рта. А ты что, пьяный? Нет. Я тебя первый раз таким вижу. А что, ты отмечал? А что без меня? Сейчас серьезный разговор будет. Раз серьезный? Да. Я тут ходил много, думал. Вспоминал все. И горку там, как все это было. Как, ну, хорошо было, весело как-то было. Когда ты одна сидела там на льду, и тогда сидела, да, замерзла, как в «Титанике». Думаю, блин, во характер. Всем все равно, и... одна какая-то, и я такой же. Получается, один. И я сказал, что ты встанешь, и ты встала. И я как бы понимал, что ты, запала, скажем, на меня. А я... А я тебя просто... Я тебя пожалел просто. И жалость. Вот. Ты что, у тебя случилось что-то? Нет. Мне ничего не случилось. Тогда иди поспи завтра. Нет. Меня нервы дома ждут. Байк промаш чемпион. Я не обязан тебе. Ты же стоишь сейчас. На ногах катаешься. У тебя все нормально. Отпусти меня. И не держи. Я тебя не держу. Талисман. Забери свой. Это...
Алешка тебе подстрелил на охоте. А насколько я знаю, врачи уверяли, что Надежда не сможет полностью восстановиться. Я отвечу, прости. Вы знаете, произошло чудо. И по-другому, как чудом, это не назвать. Еще вопрос. Пожалуйста. Ходили слухи, что Владимир и Надежда собирались пожениться до ее травмы. Планы поменялись? Милые мои, ну, слухам верить-то нельзя. Знаете, как говорят в Москве, кур доят. В Рязани пироги с глазами. Хватит. Перестаньте. Я фигуристка. Больше у меня ничего нет и никогда не было. Вы можете обо мне думать все, что вы хотите. Я иду за золотом. А самое главное, что за золотом мы идем вместе. И самое главное, что... Также я хотела бы объявить о замене тренера. Дальше мы будем работать с Ириной Шаталиной. Спасибо. Подожди, подожди. Но это неправильно. Надо с ней что-то делать. Это уже не твоя забота. Да подожди. Ты что, меня бросаешь одну, что ли? Да вы оба вот где у меня уже. Только без них. Я медаль не возьму. А без тебя теперь руку убери. На. Ты что там по телевизору-то наговорила? Все правильно. Мы с вами идем за кубком. Надя. Ты в порядке? Лучше не бывает. Я просто в идеальной форме. Вы же этого хотели, Ирина Сергеевна. Да. Сегодня здесь, в Ледовом дворце, спортсмены откатают короткую программу, а уже через пару дней мы узнаем, что они приготовили для произвольной. Интересно, что наша пара, Лапшина-Леонов, были заявлены в последний момент. И пока непонятно, сумели ли фигуристы должным образом подготовиться к соревнованиям. В любом случае, для Леонова это будет последний шанс получить долгожданный кубок льда. Так что пожелаем им удачи. Внимание, на льду появляются наши спортсмены. Надежда Лапшина и Владимир Леонов, Россия. Кто-кто, они уж точно достойны золота. Несмотря на тяжелейшую травму, Надежда Лапшина нашла в себе силы вернуться. И не просто вернуться, а побороться за одну из самых ценных спортивных наград – Кубок Льда. Хотя еще месяц назад казалось, что чудом будет, если она вообще встанет. Еще раз говорю, нет. В таком состоянии это невозможно. Со вчерашнего дня стало только хуже. Какие варианты? Обезболивающие. Блокада.
Сами знаете. Надо сниматься. Я-то знаю. Ей объясните. Понимаете, это дело-то не в спине, не в суставах. Дело в голове. Mm-hmm. Вот чистая психосоматика. Вы не готовы к выступлению. Мы должны выйти. Зачем? Подумай головой. Просто ни одного элемента не сделаем. Ты нас всех опозоришь. Должна выйти. Надя, вы понимаете, что сейчас любое падение вас обратно в коляску усадит? Это не важно. Я за это ответственности нести не собираюсь. Я все подпишу. Да как ты выйдешь? Как? На руках, если понадобится. А почему вы молчите? Скажите что-нибудь. Слушайте, я второй раз позориться не собираюсь. Это у нее проблема в голове, не у меня, понимаете? Я ее нашел, я ее сделал. Она вообще все уничтожила. Кем она была до меня? Никем. Ноль. Ничтожество. Ась, закрой. Придется чем-то пожертвовать. Я сказал, что ты встанешь. Встала. Отпусти меня. Пожалуйста. Надо приглашаться. Надежда Лапшина. Покажите, пожалуйста, вашу аккредитацию. Аккредитацию? Знаешь что, звезда моя? Простите, это выход на арену только для спортсменов. Я не могу вас пропустить. У меня на льду спортсмен сейчас один. То есть одна. Итак, мы ждем нашу пару. Ждем с нетерпением. Надеюсь, что заминка не связана с какими-то обострениями старых болячек. Последнее... Надя! А где Надя? А? Это, ты передай ей талисман на удачу, она тогда падать не будет. Надя-то где? И стоило восстановиться, когда многие не верили, что она... Боже мой, как же так? Еще чуть-чуть, и наша пара просто будет дисквалифицирована из-за неявки. А почему она там? Который все сейчас задают. А что ты здесь сидишь? Случилось чего? Съел что-нибудь? Желудком? Слышь меня? Эй, иди прыгай свои там, аксели, моксели. Ты меня слышишь, родной? Я здесь. Посмотри на меня, иди на лед. Она там. Почему ты здесь, а она там? Как тебе, Саша? Саша? Саша, иди отсюда. В смысле, иди отсюда, иди на лед, выходи. Она там, время идет. Что ты от меня хочешь? Оставь меня в покое. Слышь, фигурист, лосины снимай. Горин. Ну и что вы встали, как памятник великому тренеру, а? Рановато еще. Не по барабану, что у вас там произошло, Надюху надо спасать. Если вы мне сейчас помешаете, я все не ручаюсь. Вам ясно, Ирина Сергеевна? За мной иди, звезда моя. Секундочку. Вставай, русский, не знает. Своего места не очень-то видно, но нет, это не Леонов однозначно. Саша. Ну а кто больше, что ли? Саша, не пали. Немедленно покиньте лед. I'm sorry. Ты что здесь делаешь? Кататься будем. Произвольная программа, соберись. This is my... Ну, это номер у нас такой. Простите, можно дать музыку прямо сейчас им, а? Music, please, start music. Давай, играем, давай. Опять из жалости приехал. За какой жалости? Спасать тебя надо, вон нарядился, видишь? Надюх, что ты стоишь, давай. Перед народом-то неудобно. Что, пьяный опять? Что пьяный-то? Сразу не пьяный. Зачем ты сюда приехал? Как зачем? Приехал. Зачем ты приехал?
чтобы медаль повесили на шею. Ты же этого хотел. Саша, зачем ты приехал? Ты можешь мне сказать, зачем ты приехал? Скажи, зачем ты да приехал? Да потому что не можно без меня! А я без тебя, походу. Вот и так. Understand you're acting in breach of all regulations? Что сказал? Сказал, что вы нарушаете регламент. Okay, we'll file an official complaint with the ISU. But council will raise question of your expulsion from the union, all right? А что сказал? Говорит, что будет жаловаться. Ага, звезда моя, ты жалуешься хоть в ООН. Ты, пожалуйста, включи мне музыку сейчас для них, а? Ну, please, ну, from my heart. Can we get this woman out? She's out of control, totally. Larchina Leonov pair has been disqualified. Please leave the ice rink. Однажды он... Ты очумел, что ли? Подожди. Сказал... Тише, тише. Марго, подожди. Твой полет всего лишь сон. Давай, вставай. И ты летать не стал... Стал таким, как он. Стал таким, как он. И по земле ходить. Научился, как ребенок ты. Но все не мог забыть. До прозрачной высоты. Почти не стал летать, но только чей-то крик вдруг позвал летать и поднял ты глаза в высоту, где голоса плывут. Там люди вне леса. Тебя с собой зовут. Здесь пока.
только что. В смысле сорвал? Там весь стадион на ушах стоял. Ты вообще видел когда-нибудь такое, родной мой? Такого не было никогда. Секунду, вы понимаете, что вы дисквалифицированы? Какой дальше план? Что будет? Вы в большой спорт собираетесь возвращаться? А я не ухожу никуда. У меня все только впереди. У нас впереди. Если партнер согласен.